Сегодня Совет Федерации решает вопрос, как в будущем использовать олимпийские объекты в Сочи. С докладом на эту тему перед сенаторами в рамках правительственного часа выступил вице-премьер Дмитрий Казак. По его словам, инфраструктура, которая была построена к играм, должна найти максимально эффективное применение. В отношении 445 объектов определены их правообладатели и функциональное назначение каждого из объектов, каждого земельного участка в постолимпийский период. Автотранспортные средства, как вы помните, были закуплены тремя регионами: Республикой Татарстан, Московской областью, городом Санкт-Петербург с 30% субсидированием из федерального бюджета. Они полностью обеспечили транспортом проведение Олимпийских игр, будут использоваться по своему назначению для оказания транспортных услуг жителям соответствующих регионов. Определились мы и судьбой спортивных объектов. Два спортивных олимпийских объекта, центральный стадион и большая ледовая арена, будут переданы в собственность Краснодарского края.